Это строительное радио Powerbox GML20 и GML50 Professional. Первые в мире строительное радио со встроенным сабвуфером. Оба радио могут работать как от обычной электросети, так и от литий-ионных аккумуляторов Bosch на 14,4 и 18 вольт. Благодаря сабвуферу и четырем динамикам оба радиоприемника обеспечивают превосходный объемный звук. Радиоприемники оснащены универсальными возможностями подключения. Например, через USB-порт и выход AUX вы можете подключать к ним свой MP3-плеер, а также другие проигрыватели. Кроме того, эти строительные радио оснащены двумя розетками для еще большей гибкости в пользовании. Благодаря алюминиевой раме на упругих опорах Powerbox полностью сохраняет функциональность даже после падения на бетон с высоты до 3 метров. К тому же он оснащен защитой от пыли и водяных брызг. Дополнительно GML50 Professional оснащен встроенным зарядным устройством для аккумуляторов Bosch 14,4 и 18 вольт, а также пультом дистанционного управления, с помощью которого можно с комфортом управлять данным устройством. Инновационный радиоприемник, защита и звук в диапазоне 360 градусов, GML20 Professional мощностью 20 Вт и GML50 Professional мощностью 50 Вт со встроенным зарядным устройством и пультом дистанционного управления.